Привет, дорогие друзья, подписчики и гости! Добро пожаловать на канал Devia.ru. Сегодня снова видеорецепт для тех, у кого нет времени или желания жить на кухне, но предпочитает вкусную еду. Итак, цак-цак, и прекрасный обед или теплый вкусный ужин уже на столе. Так приготовленное мясо курицы будет очень мягким и сочным, а перловку, насыщенную куриным бульоном и вкусом овощей, будет кушать даже те, кто не любит перловой крупы. Сегодня у меня куриные ножки, и их я освобождаю от корочки. Но мясо можно использовать любое, которое у вас есть в холодильнике. Полный рецепт, как всегда, вы найдете в описании под видео. Сушеный чеснок, молотый черный перец, соль, порошок сладкой паприки и дижонская горчица будет сегодня на главных ролях при мариновании курицы. Специи очень хорошо вмассируем в мясо и оставляем на 3-4 часа, чтобы мясо пропиталось вкусом специй. Ну а если время совсем нет, то хотя бы на полчасика. Перловку хорошо промываем и заливаем холодной водой. Оставляем на несколько часов. А еще лучше, если перловку водой зальем с вечера и оставим на ночь. Лук нарежем мелкими кубиками. Морковь натрем на крупной терке. Как всегда, для быстрого приготовления еды мне на помощь спешит рукав для выпекания. Один край завязываем. И рукав наполняем перловкой. А наверх отправляется часть натертой моркови и нарезанного лука. Теперь пора куриным ножкам. Для пикантности добавлю несколько сушеного чернослива. Остальную морковь и лучок. Добавляем 1 стакан соленой теплой кипяченой воды. Рукав хорошо завязываем и сделаем несколько дырочек, чтобы ушел пар и наш рукав не лопнул при запекании. Наше блюдо отправляется в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Спустя час вот такая вкуснота вернулась в духовке. Быстро, очень вкусно, несложно приготовить, и полноценный обед или ужин уже на столе. Одним словом, цак-цак и приятного аппетита! Еще больше быстро приготовляемых блюд в рукаве для запекания уже на моем канале. Нажимайте на ссылку в верхнем видео углу и будем готовить вместе. А я, как всегда, хочу поблагодарить за поддержку канала Devia.ru подпиской, дружескими комментами и советами. Спасибо за лайки и дизлайки. Спасибо, что вам понравившееся видео делитесь с друзьями в соцсетях.
Хочу напомнить, что нажав на колокольчик, не потеряете старых видеорецептов и первые узнаете про новые. Хорошего вам времени, приятных мгновений и вкусных блюд. Пока-пока!